В регионе ведется активная работа по привлечению молодых специалистов для работы в медицинских учреждениях Камчатского края. Проводится профориентационная работа с обучающимися в образовательных организациях полуострова о возможностях обучения в рамках целевого обучения. Данная работа уже привела к положительным результатам. В последние годы увеличилось количество студентов, направленных на целевое обучение. В 2021 году в медицинские высшие учебные заведения на целевое обучение направлено 46 выпускников школ и колледжа Камчатского медицинского. 15 врачей направлены в ординатуру на обучение по узким врачебным специальностям. Кроме этого, врачи и средние медицинские работники постоянно проходят повышение квалификации, переподготовку и обучение на портале непрерывного медицинского образования. В 2022 году подготовка молодых специалистов в рамках целевого обучения будет продолжена. Общее количество направленных на обучение составляет 207 студентов и 27 ординаторов.